Всем привет, друзья, с вами Джесс, и сегодня мы с вами поиграем в долгожданную террарию, в долгожданную обновленную террарию, друзья, версия 1.3. Я ее ждал с самого утра, и она все никак не обновлялась, и сейчас уже практически пол 10-го она обновилась, наконец она загрузилась, все это дело вышло. Первым делом, конечно же, утром вышел апдейт на ачивки, в этой игре появились уже ачивки, меню осталось в принципе таким, но сейчас версия террарии такова, 1.3.0.1. Обалдеть, просто новая террария, мы этого ждали, я не знаю даже что сказать, я уже пытаюсь это записать, наверное, с 5-го раза. У меня нет просто слов, я дико волнуюсь, я дико ждал. Я так GTA даже не ждал, не знаю, я офигеваю. Сейчас новая террария, друзья. Фух, с ачивочками, это просто обалдеть. Давайте уже начнем, потому что моим эмоциям нет предела и моему переживанию и волнению. Так что давайте уже начнем разбирать сначала меню. Я хотел сделать отдельно серию там про то, что обновилось, но вообще в этой серии будет все. Начинаем, друзья, новое выживание, новое прохождение, потому что я спрашивал вас по теми роликами, вы мне написали по теми роликами, что лучше все с чистого листа начать, так что давайте, ребятки, первым делом это achievements, ачивок у нас много, и выглядит это так классно, также они наконец-то добавили штуку коннектиться по Steam, наконец-то, о, господи, слава богу, это свершилось дело, ачивок очень много, сейчас их в Steam насчитывается в районе 80 ачивок, друзья, у нас тут классные вообще вот разнообразные ачивки, если вот тут еще какие-то коллекции, который у нас тоже есть, но русский язык вроде бы они так и не добавили, друзья. Тут вот есть ачивка пирамеч, нужно сделать, потом там что-то про фишинг у нас, потом всякие нападения, там боссы, бла-бла-бла, про боссов тоже не знаю, фул жизни там нужно собрать, еще что-то, в общем, уже чувствуется. Эксген такой, знаете, прям такая обновочка очень крутая, хотя я думал меню они перелопатят. Теперь у нас сеттингс, в принципе, сеттингс у нас такой же остался, в принципе, как видите, все, в принципе, так же и осталось, как и есть. Мультиплеер только добавился, вот join к Steam, да, можно сразу join IP, там можно нажимать, потом синглплеер, нажимаем и видим перелопаченный синглплеер, не просто вот как вот здесь у нас было, давайте, вот, просто выбираем, нажимаем на персонажа, на мир и все. А теперь именно вот так, мы видим, сколько у нас жизней, сколько у нас маны и сколько наиграно часов, но... Сейчас все время обнулилось у меня, просто первый апдейт прошел, вот, и я уже наиграл очень много, но на самом деле, как видите, все по нулям, друзья, так что еще не начинал играть. Тут у нас нажимаем play играть, потом фаворит это можно добавить, move to cloud, ага, вот так вот можно даже сделать. Вот у меня два перса есть, ну, создадим, конечно, нового, друзья. Давайте нажимаем new, ну, в принципе, создание такое же, как и было. Так, это у нас там цвета, в принципе, можно всякие создавать, давайте рандом. О, господи, как же я переживаю, друзья, господи, боже, вот этот, слушайте, это парень вообще, нет, а, так. Окей, это у нас, ага, это у нас, окей, софткор, может, медиум, чем дроп, ага, то есть дропаться, да, а это у нас только мани, да, хардкор, не, давайте софткор, я, наверное, возьму, и перс, лысого, не хочу играть за лысого, хитон, что ли, какой-то, так, это не то, дедок с бантиком, что, дедок с бантиком, давайте быстренько сейчас выберем. Этот у меня уже был, нет, как-то не камильфо, вообще не катит, девка, пацан с причесоном, как мой первый персонаж. Я же выбирал, так, пацан, девка, ух ты, прям смотрите, даже тут видно, как вот на рукавах такая вот кофта, как женская. А, это не то нажал. Давайте парень, давайте еще покрутим. Ой, там дед был прикольный, блин, ладно. Сейчас кого-то возьмем, вот, в принципе, вот это парень вроде, да? Нет, волос мне его не нравится, давайте еще. Сейчас начнем уже, друзья. Ой, вообще прическа какая-то у тебя странная, чувак. Так, не то. Все это не то, блин, перс это... Что это за прическа такая? Сейчас начнем, друзья, безумно, сам уже хочу начать, поскорее бы. Нет, та девушка, кажется, не то. Эта девка тоже не то. Да, господи, сколько можно его выбирать? Вы скажете, я такой, да... Я кастомайз люблю персонажа, знаете, я люблю этого... Это что такое вообще? Где нормальный персонаж? Это парень вообще, нет? Дедок. Не хочу за дедка играть, ни за какого... Пацан, о, это вроде брутальный такой. Это какие-то косички у него вроде... Фак, не хочу, блин. Во, все. Да, идеальный пацан, все, окей. Давайте name, давайте напишем... Так, это я по-русски уже пишу, давайте капсом, давайте напишем, что же мы напишем, давайте, я не знаю, тебе надо не какой-то уникальный придумать, просто давайте напишем Jess... Просто Джесс. Да. О, вот он же. Он, дайте мне его потрогать. Обалдеть. Плей. Вау, слушайте, прикольно. А, это миры выбирать можно. Который я создавал, сколько у меня миров. Ага, нет, давайте new. Давайте возьмем в этот раз медиум. И тут у нас есть... Normal, this, and this,
Давайте возьмем, давайте normal возьмем, world, окей, world 1.3, то есть это новый апдейт, и не, давайте назовем, как оно есть на самом деле, как, какой сейчас, какая у нас сейчас версия террарии, вот, точку-точку забыл, вот так, вот, а здесь напишем v, двигать нельзя, fuck, world, ну, в принципе, пусть будет так, нет, ну я не могу так, просто нужно v написать, давайте v, да блин, это не v, вот, v, 1.3, фу, 3 точка, господи, скорее бы уже зайти в мир, о, господи, так, accept, все, пофиг, то что, V большая, вау, вот это загрузка, нифига себе, вау, намного лучше стало, и тут, кстати, вода, тут, я не могу передать свои эмоции, которых у меня, о, господи, боже ты мой, как мы этого долго ждали, террария 1.3, попу мне под... В общем, давай, грузись, господи. Фух, теперь хоть можно посмотреть на вот это. Хотя там были раньше цифры, но, знаете, так лучше. Блин, насколько там задний мир будет перелопаченный, и новая физика, наверное, падения деревьев, и мель будет крутой, и... О, водичка. Где мой мир? А, вот мой мир. Окей, плей. Вау. В общем, мне очень нравится. Серьезно, я надеюсь, конечно, пару апдейтов они закинут. Ачивки! Достижение Star Power, get alive, вау, о, кстати, карточка у нас осталась, так, что у нас имеется, у нас есть такой меч, бью, травка у нас вроде бы как ломалась, в общем, пока что ничего нового, друзья, бани у нас бегают, чувачок такой, типа, вау, а давайте его убьем, а как он будет умирать? А, в принципе, как... Слушайте, как-то вроде бы стала игра лучше, что ли, играться. Я даже не знаю. Вау. Вы знаете, что это значит? Это значит, то, что куча теперь серии будет, и мы будем играть. А это мы можем... Керти, кстати, поменялись. А, контрол они убрали. То есть, когда мы нажимаем, мы такие, типа, можем... Блин, они убрали эту фичу. Вот это вот зря вы, ребятки, сделали. Может, потом можно будет включить. Вы помните, желтый квадратик, он... Вау! Ачивка! Надеюсь, вам видны эти ачивки. Да, вот внизу, кстати, даже она показалась. Здорово. Фух, ачивки все любят. Да, дерево, кстати, ломается. Вау, супер. Конечно, такие фичи они добавили. Это не может не радовать. Серьезно, друзья. Но сейчас давайте первым делом сделаем домик, конечно. И вау, просто начнем. И хотя давайте мир. Я хочу мир изучить и поселюсь, наверное, даже не знаю где. Может, в зимнем биоме. Классно, конечно. Мне это все безумно сильно нравится. Да, вот оно ломается у нас. А, так, на Е у меня был инвентарь. Да, кстати, инвентарь у нас камера мод. Что это за камера мод у нас? Вроде мы можем как фоткать, да? И типа что-то типа open. Вау, друзья, мы можем делать вот такие вот типа селфи, да? Давайте попробуем сфоткать. Я сфоткал, вроде, друзья. О, fucking shit. Блин, вот, не, ну это здорово. Можно теперь с друзьями фоткаться, не выходя отсюда. Я даже все, наверное, пойдет в отдельную папку. И деньги теперь собираются по-новому. Мне это безумно нравится, серьезно. Слаймы все это. Я хотел начать новое прохождение, какие-то новые выживания, создать новый мир и играть. И да, ребятки, оно свершилось. Классно. То, чего мы ожидали так долго. И знаете, я начал играть как раз в террарию вовремя. То есть я играл, прошел ее, и потом тут новый апдейт. Обалдеть. Класс, вау, денежки. Так, значит, тут у нас дефенсы всякие, это цвета у нас тут, да, это краски, красители. Теперь они даже показали, что здесь бронка, здесь дополнительный слот. Social, а это у нас helmet, вот, и всякие плюшки, которые можно включать и выключать. Очень-очень классно. Тут у нас есть крафтинг, это table у нас, в принципе, все как было... Самое такое стало. Даже, слушайте, четкость как-то стала лучше. Пиксели, что ли, как-то подубрались. Я даже не знаю, как сказать. То есть, как-то стало, не знаю, вода такая более стала крутая. Ну, воду мы будем проверять в следующих сериях кактуса. Почему кактуса не острая? О, ландшафт поменялся. Смотрите, тут даже, вау, тут добавили типа пещеры теперь. О, друзья, это класс. Так, ну, первым делом, конечно, сделаем себе броню из кактуса, потому что, либо другой меня... А мы не можем добывать. What the fuck? А, вот эти можем добывать. Вау, новые боссы. Тут, кстати, есть даже инопланетянины, как я смотрел по тизеру, по трейлеру тому самому, спойлерному. О, какие-то золотые слаймы даже. Вау. Слушайте, там уже червячок бегает. Пошел, сколько у тебя? 60 жизней. Пошел пень. У меня есть немножко броньки.
Тебе нужен кактус? Нет, мне тоже не нужен кактус. Fuck off, man. Я слайма всегда дурил. Я всегда их дурил. И сейчас надурю. Так, я сейчас их... О, обалдеть! А! Моей жизни! Нет! Я убегу от тебя на 6 жизней. Скорей вперед! Я съел эту штуку. И теперь пока, гудбай, гудбай. Я вернусь. Рано или... Да блин, тебя еще тут не хватало, мальчик мой. Все, свали отсюда. Так, мне нужно теперь немножко ковырнуть. Камень так по-новому добывается. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Охренеть. Просто... Это что сейчас было? Вот это что сейчас было, а? Вау. Вау. Денежки вытеряли немножко. Класс, класс. Нет, ну пока мне соваться никуда не надо. Руда у нас, в принципе, та же, которая была, осталась. Вау, там какая-то шахта уже у нас есть. Друзья просто супер. Но что-то там упало у соседей или они уже упали. Окей. Обалдеть, я безумно рад, я сегодня был весь на эмоциях, весь день, с самого утра, такой, когда, такой, надо как-то отвлечься, надо записать другие ролики, надо вот это сделать, потом там, я промонтирую это, такой, в Steam, и такой, типа, смотрю, да, ну, в статусе загрузки стоит, я такой, типа, а, блин, надо было включить, чтобы оно загружалось, ай, fucking shit, окей, просто обалдеть, конечно, круто, сейчас сразу террарию пойду заниматься и сразу ее выкладывать, пипец, Да слаймы, вы всегда меня бесите. Вы всегда меня бесите в начале игры. Так, где мой нож? Так. Чё я тебя не бью? Ну, зараза, чё я тебя не бил? Ой, блин, здорово-то как, серьезно. Но то, что они убрали, то, что можно по изи было все это дело копать, это, конечно, очень-очень плохо. У нас очень много теперь будет жарких ночей, ночей копания впереди. Фух, ну я безумно этому сильно рад, конечно. Теперь мы должны сейчас тут как-то обжиться, пойти в шахту, найти какую-то броньку, что ли, себе, что для самого-самого начала, то есть хотя бы, да, вы понимаете, сделать какие-то стеночки. В принципе, у меня уже немного так набирается вот этого всего дерева. Очень здорово вначале это все играть, выживать. Потом, кстати, босс еще, да, первого надо будет убивать. Пошел в пен. Сейчас дерево нарублю, сделаю себе какой-то дом, и можно будет уже добыть другие ресы, кирку взять получше. Класс, класс. Маны мало, конечно. Да, за других перцев я играть пока не буду. Буду теперь только на этом пока играть. Давайте быстренько сейчас... В принципе, можно... Вау, у нас... Вау, даже вот эту штуку добавили, класс. То есть, куда мы можем поставить? Это здорово, ребята. Это очень здорово, что они такую фичу сделали. Теперь у нас есть всякие вот такие вот штуки. Автопаузу можно сделать там. Вообще очень здорово, друзья. Вот музыку, конечно, выключу, чтобы проблем не было. Блун, там всякие. Смаркастом. Очень здорово, друзья. Очень было здорово. Музыку, кстати, они тоже новую добавили. Костер у нас имеет новую анимацию. Очень, кстати, красивую анимацию. Молоточек, это у нас все сразу показывается, ну как раньше было. Очень, друзья, это меня, конечно, радует. Так, давайте две двери сделаем. Двери такие, что ли, более четкие стали, не знаю, классно. Так, один, два, три. Потом сейчас мы еще должны... Забор, ну, в принципе, такое, что как было, то осталось. А, мне теперь не хватит. Блин, я могу один шлем сделать. Пипец. А, тоже, кстати, ачивка, если полный сет брони у нас будет. Давайте сделаем, наверное, себе меч, потому что ибо это мне вообще не устраивает. Хотя я его как раритет сохраню. Самый первый из новой апдейта. Апдейта был классно. Так, вот эту штуку можно будет взять. Да, на... Ачивка! Stop Hammer Time. Вау! Воу-воу-воу! У меня справа, кстати, они показываются. Надеюсь, это на запись положится, как-то не знаю, там ухватится. И теперь мы сделаем задний фон, но... Да-да-да-да-да. Мне, надеюсь, хватит вообще. Тут у меня, в принципе, прилично дерево. Так, будем, например, строить тогда откуда? Ну, мы будем потом расширяться. Давайте новый меч. Кстати, ну как был, в принципе, да? Кто там стреляет уже? Это наш пет нам помогает теперь? Вау, это здорово, друзья. Это не может не радовать. Наверное, вот... Блин, я даже не знаю. Наверное, надо вот здесь как-то расчистить территорию. Вот здесь немножко. Да-да-да, руда. Ачивка! О, шени! Шени! Вау, классно, друзья. Ачивки, это не можешь не радовать. Это пипец просто какой-то. Еще если бы наш пед нам был... Да, он стреляет с лука! Вы где видели, чтобы... Обалдеть! Просто он нам помогает. Я не могу выпросить на эмоции, друзья. Вау, даже как-то скроллится лучше оно, серьезно. Блин, как это все-таки классно выглядит все дело. Обалдеть. У меня просто нет слов, серьезно, блинский. Ну, молчать я тоже, конечно, не буду.
Просто, пипец, конечно, круто. С Лука теперь он теперь сможет сам за себя постоять. Друзья, классно, боссы новые. И старые боссы, наверное, тоже будут пожестче выглядеть, конечно. Вау, просто nice, very good. Так, все, здесь мы положили денежки. Они теперь с анимацией еще. Это супер. Так, вот здесь мы сейчас будем уже начинать строить наш дом. Высокий дом. Хочу. Да, иди сюда. Давай, умница, что зашел. Пошел ты в пенсилизни. Но вот эти вот черные штуки, они так и остались, в принципе, как они раньше были. Я думаю, такой высоты нам достаточно будет дома, а то я обычно низкий слишком строю, и это как-то не камильфо. Да, в принципе, такой высоты нам, думаю, хватит. Сейчас вот так все заложим здесь. Я думаю, нам хватит. И немножко вот, да, в принципе, вот как-то так можно это все залопатить будет. Сюда еще немножко, давайте, раз. И здесь нужно будет еще этот слой нам срезать. Иди сюда. Так, и здесь заберем. Классно, там какие-то пещеры появились, как в Кримзоне. Я надеюсь, там новый мир еще добавился, типа Кримзона или искажение. Классно, теперь, кстати, вот видите, она ломается. Если по нему ударить, она ломается. Здорово. Очень. Так, теперь у нас доски. То есть двери. Какие доски? Двери. Кстати, вау. Теперь мы видим, куда их ставим. Это просто найс, ребята. Террария. Сейчас я своим кактусовым мечом получил, да, отгреб от меня, да, греб. Все, найс. Просто я не могу сказать и сдержаться. Супер, давайте сделаем теперь максимум этих задних плит. Класс. Даже играется она по-новому как-то серьезно. Вот, другой дел. Так, здесь заложим. Здорово. Первый дом. И поставлю этот костер. Вау. Слушайте, какая анимация костра. Обалдеть, друзья, супер. Это просто найс. Так, сейчас мы... Ну, в этой серии мы первым делом, конечно, будем обживаться, да? У меня нет ни лиан, ничего нету у меня. А, кстати, можно сделать вот так. И зависнуть. Можно же ведь было зависать. Вот, я такой, типа... Да, кстати, эта штука осталась у нас, это здорово. Так, а то я раньше не понимал, зачем она нам нужна вообще, и никогда ее не юзал. А сейчас вон как она понадобилась нам. Здесь тоже закладываем. Очень классно смотрится этот костерчик. Классно. Здесь нужно тоже будет как-то дерево, может, как-то обложить. Хотя у меня там шахта будет, как всегда, внизу. Так. Так, и здесь тоже вот таким вот образом. Найс. Блин, ну что даже сказать? Я даже не знаю, что искать. Я ждал, и мои мечты... Ой, что-то хочет нам сказать. Он не хочет нам ничего говорить. Давайте. А, он что-то о слизнях думает? Что, Симс теперь, что ли, какой-то? Клаус, а ну-ка, стоп. Он что-то говорит. Что? Окей. Так, там деньги были, кстати. Давайте заберем. Все, денежки наши. Money, конечно. Так, и здесь можно сейчас тогда... А вот здесь можно как-то... Вау, можно поставить сюда? А, не для... А, не могу, блин, дотянуться. А я, в принципе, могу сделать так. Вот и все, no problem. А вот это можно просто убрать. И... Все, найс. Еще дотягивается, кстати, очень хорошо наш персонаж. Очень-очень здорово. Фух, блинский. Так, и здесь тоже нужно будет это все дело нам убрать. Чтобы ничего нам глаза не мозолило. И факела, давайте факела. Вау, освещение какое теперь классное. Такое динамическое, прям можно сказать. И здесь тоже, давайте тоже один поставим. Вот здесь, да, я ставил? Классно. Друзья, это супер. Это новая террария, друзья. Вот это я понимаю. Опа! Так, все забрали, да? Чтобы ничего нам не мешало, не портило обстановочку. Потом второй этаж еще будем делать. Так, ох ты какой воин, а сражается, смотрите еще. Молодец, красавец. Так, а вот это мы сейчас заберем. Класс. Супер, они фишки тут добавили, мне это тоже очень нравится, то что теперь два раза, там три раза по блоку надо бить, смотря какой мы ломаем, вот. Опа. Фух, так, здесь тоже надо аккуратненько заложить будет. Ну, вначале, конечно, всегда скучно, друзья, я понимаю, но у нас впереди очень большие интересные приключения, друзья, очень обалденские приключения у нас впереди. Так, и здесь, вот здесь надо еще положить одну. И здесь так вот закладываем. Да, последнюю, блин, не хватает. Опа, есть. Так, все, теперь можно будет отсюда уходить.
Все, теперь ставим, наверное... У меня нету этого самого, как он называется, он... Ой, как он там называется, скажите мне. Сундучка. У меня нету сундучка, да? К сожалению, у меня его нету. Есть это вот такие вот штуки. Стрелы уже даже есть из дерева и камня. Вау, это уже хорошо, друзья. Больше факелов. Пойдем в шахту, наверное, посмотрим, что там у нас находится. И давайте я сделаю, наверное, на два мне хватит. Да, мне хватит на два. Тогда один вот здесь. Я же ставлю тебя. Ой, зомби. Он убил нашего гида, и с него деньги вроде выпали. И второй. Ну что, давай, зайди, сразимся. Кстати, у него уже голова не трясется. А, вот так нужно тебе бить. А то ты меня прям обратно как будто отталкиваешь. Все, найс. Денежки 60, 64. Классно, классно, классно. Так, здесь у нас меч остался. Нужно поставить стол, чтобы гид вернулся наш... наверное, выше будем ставить. Потом, ну, пока что вот здесь. Все это пока будем оборудовать. Вау, вау, еще крутится на все дело. Может, здорово. И шахта у нас будет... Где у нас будет шахта? Давайте вот здесь, наверное, где-то будет у нас шахта здесь. Да, давайте сейчас сначала сделаем обратно... Ачивка! Но, home. Вау. Хоп. Окей. Так, и где? Блин, у меня глаза просто разбегаются, не могу сосредоточиться, серьезно. Вот, да, стоп, тихо, блин, мне нужно сейчас переделать обратно в дерево, да. Сейчас давайте переделаем, а то слишком много я потратил. Это я выкину, мне не надо, камень я оставлю, наверное. Сделаем теперь дощечки вот такие вот, потому что они нам, ой, как пригодятся. Факелов побольше, вот этих побольше, еды сюда. Окей. И сюда можно будет посадить, кстати, саженец еще будет, да? Гид вернулся, смотрите. Окей, гид вернулся, это хорошо. Так, у нас есть... Можно, кстати, вот так. Да, как раньше можно было вешать, так осталось это дело. А, один повесь, один мне оставь. Так, второй сюда, очень здорово. Так, руду может добыть нам, почему бы, знаете, и нет. Так, глазики уже летают у нас. Уже глазики начинают у нас нападать. Так, на тебе мечом, отгребай. Давай-ка, ты мне дропнешь что-то. Вау, он нам помогает, это хорошо. Давай, осталось немножко, давай, лучник, Аляска и Рим. Оп, опа, последний удар. Вау, линза с него выпала и 78 копера с него выпало. Так, и теперь мы должны копнуть вот здесь вот тогда, да, по сути. Давайте сейчас поставим здесь факел. Вот здесь. И хаммер у нас же был. Теперь можно еще хаммером, кстати, будет вот таким вот образом. Ну, как вы помните, да, сносим заднюю стеночку. Все это делается по изи. Вот, ну, плохо, что ночь, конечно, наступила. Это, конечно, немножко бесит. Ой, ну, в принципе, как-то так, друзья. Ладно, на этом, наверное, уже серию будем так заканчивать. И в следующей серии мы уже, наверное, отправимся в левую сторону и будем смотреть, что же там, друзья. Я сейчас быстренько эту серию буду сейчас рендерить и быстренько выкладывать... Ой, пипец. И продолжать дальше играть. Так что, друзья, на этом все. Серию будем заканчивать. Надеюсь, вам понравился ролик, понравилась серия. Я безумно рад. Я надеюсь, вы тоже рады, что Террария все-таки вышла. Новое прохождение. Вот, так что, друзьяшки, если вам понравилась эта серия, вы хотите видеть больше таких роликов, больше серий, и чтобы они чаще выходили, поддержите меня лайком, поставьте сейчас большой пальчик вверх, пишите ваш комментарий, как вам серия, что бы вы хотели видеть в следующей в новой серии. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. С вами был я, Джесс. Это была новая Террария версии 1.3, но там уже 1.3.0.1 вроде бы, да. Вот, так что на этом все. Это первая серия, вступительная серия. Дальше веселее, круче, интереснее. Так что всем удачи, всем пока, ребят. Увидимся в новых роликах, в новых сериях. Всем пока. Давайте.